я начал эту историю с конца. Начнем ее сначала пересказывать. Итак, это история о том, как нам сильно захотелось поехать на океан. Именно 31 декабря, и мы бросили все и поехали. Сегодня 31 декабря. У нас пошел очень сильный снег. И до этого, буквально пару дней назад, мы собирались поехать в Калифорнию. Но Калифорнию как раз вот этот снег, который идет у нас сейчас, завалил до этого. И совсем неинтересно провести каникулы в снегу. Он у нас и так есть, да? Да, в Калифорнии в снегу неинтересно. А мы очень сильно хотим попасть на море. И нам примерно надо 2 часа продержаться вот в такой погоде. Вот такая дорога, достаточно заснеженная, чтобы вырваться из Денвера. Буквально проехать 100-150 миль, мы уже не будем в снегу. И наш план, мы проезжаем Колорадо, мы проезжаем Нью-Мехико, проезжаем Техас, делаем большую остановку на день в Хьюстоне, мы хотим посмотреть этот город и окрестности. И дальше продолжаем путешествие на Флориду. Вот такой наш план. Ну а вы с нами, соответственно. Едем? Едем! С Новым годом! Мы просто собрались вот так, закинули чемоданы сюда, тут мы внутри находимся и отправились в путешествие. Так, Техас, придорожная забегаловка. Слева трак, право трак. Обычная машина в Техасе. Мы в Далласе. Ту-ту-ру-ту. Или это музыка с другого сериала. Техас продолжает радовать температурой воздуха. Где-то плюс 20. Влажно. Дождик шел. Снега нету, как в Колорадо. Красота. И перед нами Даллас. Короткое пояснение, почему Хьюстон, штат Техас. Потому что мы приехали тут посмотреть дома. И в следующем куске мы вам расскажем о том, какие нам приглянулись. К сожалению, это было 1 января, мы были уставшие, и никаких риэлторов нам не удалось найти, и дома к просмотру тоже, но по кое-каким мы успели пробежаться. Так, почти спустя сутки мы добрались до наших домов. Начинаем просмотр. Вот такой район закрытый. Начинается с таких комьюнити двухэтажных. Вот этот, вот следующий. Вот этот, да. Но он уже куплен, конечно. Он, конечно, шикарный. Так, ну посмотрели мы только что дом этот. Конечно, очень крутой. Они не новые, но это элитный район. Старая застройка. Вот так все выглядит. К нему вот такой парк идет. С вот такенными деревьями. И тут орут цикады. Какие-то еще тропические деревья добавлены. Конечно, чудесно. Очень спокойно, закрытое место. И такой дом ушел за 280 тысяч. У него 2500 скверфит. Поскольку мы попасть не можем вовнутрь, я позже подставлю фотографии этого дома изнутри. Да, естественно, белки бегают. Совершенно чудесное место. А мы продолжаем поиски нашего дома. Так, мы приехали еще на одну локацию. Совсем недалеко от того места, где мы были, есть еще вот такое комьюнити с домами, которые нам нравятся.
Дома не новые здесь, но как они выглядят? Вы посмотрите, какие это дворцы. Да, и мы на этом месте. Наш дом будет слева. Вековые деревья. Нет, не этот. Вот, вот этот. Да. Ребятушки, вот этот дом, он стоит 330 тысяч на маркете. И он еще стоит на маркете, представляете? 330 тысяч. К сожалению, он не open home сегодня. Только завтра можно его посмотреть, но нам уже надо купаться на Мексиканском заливе. Мы сейчас проедем чуть-чуть дальше и посмотрим. Да, вот это то, о чем я мечтал. Не новые дома, но вот такие вот на стиле, потрясающие, с колоннами, живут зажиточные. А я еще кружочек делаю. Мне просто интересно даже посмотреть все разнообразные архитектуры. Для сравнения, такой бы дом, вот как сейчас мы подъезжаем, вот такой дом в Колорадо стоил бы где-то около миллиона. Я думаю, мы ничего сейчас так вот встанем. И посмотрим его немножко ближе. Этот дом, по-моему, 5 bedroom. Вот так он выглядит. Соседей вы уже видели. У вас на территории вот такие сосны. Огромные, с белками и шишками. Там гараж с той стороны, он как бы во дворе находится. Я не помню, есть ли тут бассейн, но это, конечно, шикарный дом. Фотки я выложу к видео. Потрясающий дом. Так, мы приехали еще на одну локацию. Это уже запад Хьюстона. Так, и нам тут предлагают посмотреть еще один дом. Что мы сразу заметили, здесь намного меньше деревьев. Это их достаточно много здесь. Так, и где же наш дом? Да, а, вон он в углу там, да, я вижу его. Да, ближе. Он еще продается. Да, он очень-очень классно смотрится. Это вот это, да? Вот это вон. Да, это кто-то есть. Так, а мы себе забронировали отельчик недорогой, только для ночевки. Взяли поближе к 10-му хайвею. Королевский дворец называется. Королевский дворец? О, так он еще, слушайте, он классно выглядит. И, по-моему, он даже с бассейном. Вот этот. По-моему, этот. Навигатор показывает, что этот. И, по-моему, он даже с бассейном. Поэтому располагаемся. И, наверное, на океан сегодня мы уже не успеем. Но завтра утром мы туда прорвемся обязательно. Так, у нас номер даже с бассейном. Поэтому на море мы не пойдем, да? Отлично. Отлично. Переночевать точно шикарно. Да? Чудесно. Проверка кровати. Все чисто, кстати. Мне нравится. Чисто. А ну проверяйте кровати быстрее. Окей. Важно провести этот эксперимент. Я могу вот так. Отлично.
Все. Все, чудесно. Поменяли номер. У нас теперь другой вид с окна. Нам тут не понравился. Теперь у нас с видом на 10-й хайвей. Так, на океан мы не успели. Но мы посмотрели дома, да? Это ради чего мы вырвались из снежного плена колорадского. Проскочили Нью-Мексико. Проскочили, чуть не долетели до Оклахомы. Проскочили Техас. И мы молодцы. Миссия свершилась. Я очень доволен. Сложилось впечатление об этом городе. А именно в нем очень душно. Сынульки, сегодня 1 января? Да. А в нем, а в Хьюстоне? Ну жарко, жарко, очень душно, жарко, без кондиционера. То есть если мы грелись всю дорогу, пока ехали сюда, включали печку, подогрев сидений, то приехав сюда, мы включаем кондиционер на охлаждение. И сейчас у нас в номере работает кондиционер. Так, ну все, мы отдыхать, точнее мы отпраздновать наконец-то Новый год. У нас там небольшие припасы. Вот они. И они практически готовы к празднованию. Празднуем? Да! Ура! С Новым годом! Ух, как завывает. Слушайте, какой ветер сильный. Итак, у нас второй день нашего путешествия. Доброе утро всем. Отдохнули? Нам еще предстоит 10 часов ехать до Панама-Сити, до Флориды, до белого песка, теплой воды, потому что в Хьюстоне погода испортилась. И у нас планы были здесь всего день побыть, посмотреть домики, осмотреться. И мы продолжаем свое путешествие. А вы с нами. My heart, baby, you can love me, you can leave me, I'm on your own star. Well, working three jobs, living out of a car, mama never told me life would get this.